какой дымок идет. Проверяем. Все пожарилось. Ура! Теперь за ребрышком. Какой золотистый и красивый. Тоже все готово. Приятного аппетита! Попробуйте так приготовить. Быстрый маринад. Очень красивый на вид. Шашлычок. Ребрышки. Кореечка. Лук, мяско, лавровый лист. Лук нарезать блендером или пропустить через терку или мясорубку. Пропускаем лук через сито. Нам нужен сок. Лук и луковый сок. Корейку оставляем целыми кусками. Ребра разрезаем между костей. Луковый сок. Подсолнечное масло. Паприка. Перец. Закладываем мясо на косточки. Мясо должно быть покрыто маринадом. Оставляем под прессом. По желанию добавить лавровый лист. Через час можно приступать к готовке. Посолить с двух сторон. Теперь можно приступать к розжигу углей. Красота! Вот такой дымок у нас. Птицы поют, солнце, легкий ветерок. И такой дымок над шашлыком.
Ой, какой красивый, румяный. А во время жарки поливать надо рассолом, в котором замачивали шашлык. Его нужно посолить и добавить воды. Сочные, ароматные. Получилось как подкопченые. Какой дымок идет. Разрезаем, проверяем. Все пожарилось. Ура! Теперь очередь за ребрышком. Какой золотистый и красивый. Тоже все готово. Приятного аппетита! Попробуйте так приготовить. Быстрый маринад. Очень красивый на вид. Шашлык едят руками. Как вкусно! Не успеваю прожевать быстро. Много откусила. Вместе с салом. Очень вкусно. Легко кусается и очень вкусно.